Всем привет, с вами Мамина Азбука. Я просто не могу не поделиться с вами своей находкой. Эту игру я случайно купила у нас с вами мебель, но такого плана игры есть много где. В жизни не могла подумать, что эта игра станет потрясающим способом обучения детей трем важным навыкам. Значит, в игре смысл такой, что палочки стоят вот так, держатся в звездочке, ты бросаешь кубик, какого цвета тебе выпала грань, ты такую палочку вытягиваешь. Твоя задача — вытянуть максимально много палочек, чтобы эта звездочка не рухнула вместе с палочками. Блин, я в жизни не могла подумать, что эта игра так зайдет моим детям. Я ее брала, ну, грубо говоря, проходя мимо в магазине, она была на какой-то бешеной скидке. Думаю, ну, деревянная, все, что деревянная, ок, если что, думаю, палки хорошие. Будем с ними там что-нибудь считать, выкладывать. Думаю, пойдет. Но она оказалась потрясной. Здесь вот такая вот звезда. И в ней вставляются вот эти вот палочки. Значит, оказалось, что эта игра очень нравится тем детям, у которых проблемы с балансирами, когда надо что-то ставить сверху, и они не могут из-за силы нажима. То есть их пальцы подстраиваются, они все достают, но из-за силы нажима они не могут. Вот так это выглядит. Вот такая вот штука стоит, соответственно. Во-первых, здесь отрабатывается навык бросания кубика. Потрясающе. Просто вот проблему у детей потрясти в ладошках, чтобы он там у них не держался, не зажимался, не прятался, вот чтобы он там трёсся, и просто вот так вот открыть руки, чтобы он упал, и посмотреть, да? То есть понятно, что техническая сторона игры, там соотнесение по цвету, это все да. Дальше. Это первый важный навык. С кубиком уметь работать очень важно. И эта игра очень классно помогает. Дальше. Второй момент – это ожидание. То есть сначала я тяну свою палочку, потом ты. То есть это регуляторный компонент. Это просто вообще потрясающе. И они сидят, ждут по сравнению с другими играми. Это феноменально. И третий момент – это подстройка пальцев и медленное вытаскивание палочек. То есть дети все делают быстро, когда ты делаешь быстро, вот эта конструкция падает. Но они очень быстро научаются тому, что нужно делать так же, как делаю я. И делают это вот так вот медленно, чтобы ничего не упало. Плюс это правильный захват тремя пальцами, который в дальнейшем у нас переползает в правильное письмо. Это распределение силы нажима, обучение скорости, что надо делать медленно, плюс цвет, плюс регуляторный компонент. А кто бы мог подумать? Казалось бы, фигня фигней, а стала просто моей любимой игрой, и у детей моих тоже. Двухлетки мои прекрасно вот в это играют. А я дарила подружке, когда она говорила, мы в нее типа играем, кто будет уборку с мужем делать. Тоже прикольная штука. Нет, ну вот кто с детьми или кто вот думает, что это фигня и тоже смотрит на нее, думает, ну, ерунда какая-то. Здесь, во-первых, да, действительно палочки хорошие. Во-вторых, играть в нее так, как положено, оказалось очень результативно. И это настолько нравится моим детям, и это настолько вообще работает, что я прям сама впечатлена.